ключ. Это движение, которое отличает восточный танец от всех остальных стилей. Как мы это будем делать? Разделим движение на два составных и отдельно поработаем с каждым, прочувствуем, так сказать. Опорная ножка, задняя, передняя на полупальчике. Представьте, что стоите на высоком каблуке, и, соответственно, пятка не будет у нас опускаться вниз. Все, стоим, железно. Поднимаем бедро наверх за счет мышц и распрямления колена. И подняли, и опустили. Когда опустились, вес тела на опорной ножке. И сейчас пробуем поработать с акцентом вниз, то есть на опускание. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично, я уверена, что все получилось. Следующее движение. Когда наша нога, вот эта вот, передняя, выпрямлена и немножечко развернута в тазобедренном суставе. То есть у нас коленочка должна смотреть в сторону. Что мы делаем? Мы мышцами поднимаем бедро наверх. Хоп! Тут будет складка, все нормально, это норма. И вниз. Вес тела на опорной ноге. Наверх и вниз. Наверх и вниз. Наверх и вниз. Носочек натянут. Ну, у меня сейчас натянут не сильно, но не так, чтобы на себя. Можно натянуть совсем до идеального. Прям вот максимально красивая ножка, такие мышцы, чтобы были напряженные. Можно чуть-чуть. Главное, чтобы носочек был оформлен. Теперь мы соединяем два движения. Качалку бедром и качалку бедром с ногой. Поехали. Раз. И с прямой ножкой опускаем. Два. Подтянули к себе. И раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. На нечетный счет всегда опускается просто бедро. На четный счет выходит бедро с ножкой. Тренируйтесь, и все получится.